Приглашаю вас в кафе. Посмотри, Брюс, это мой будущий муж. Мы расстаемся. Чуть не забыла платье. Ох, скорее домой. Брюс, что я натворила? Касси, ты должна извиниться перед Джонни. Ты думаешь, он меня простит? Конечно, нет. Еще как извинит, вот увидишь. Джонни, я хотела попросить у тебя про... Джонни, что случилось? Касси сидела в кафе с другим псом и сказала, что бросает меня. Чего? Да ладно? Да, и теперь она пришла ко мне извиняться. Какая она ужасная девчонка, нельзя ее прощать. Вот и я пришла к нему с подарками. Он открыл дверь, и она захлопнулась. Видимо, сквозняк. Касси, ты бубылда. Он сам закрыл дверь, чтобы тебя не видеть. Ах, вот почему он потом еще 3 часа не открывал. Я думала, он чинит дверь. Джонни, прости меня. Я сделала ужасную вещь. Ужасную вещь? Да ты вообще в своем уме? Все, Касси, я больше не хочу тебя видеть. Привыкай, Касси. Не все во взрослой жизни сходит тебе с рук, Бубылда. Мой Джонни!